Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Ваши комнатные растения выглядят замученными, а зелень бледно-зеленая с желтым оттенком? Тогда это видео для вас. Вы знали, что витамин С, или, как говорят по-другому, аскорбинка, помогает растениям сопротивляться различным заболеваниям? Также витамин С очень часто помогает в борьбе с хлорозами домашних растений. Аскорбиновая кислота регулирует важные процессы обмена веществ, влияет на водный обмен и даже может в какой-то мере управлять ростом растений. Для витаминного полива растворите одну таблетку аскорбинки в 1 литре воды. Такую подкормку проводят не чаще 1 раза в месяц. Растения оживают уже на 3-й день после полива. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!